Добрый день, дорогие друзья, с вами компания ProTuning, меня зовут Игорь, мы находимся сейчас в нашем тюнинг-центре по адресу город Краснодар, улица Российская, 313. К нам в работу, вы только посмотрите на это, заехал Mercedes S-класс, это самый последний 223 кузов, это S63, самая максимальная его версия, машина на самом деле царь, король, просто повелитель, и вообще можно ее на самом деле по-разному называть, но нельзя не признать того факта, что то, что на самом деле это действительно очень классный автомобиль. И она приехала к нам на доработку. Полную оклейку всего кузова в виниловую пленку, это у нас будет серый матовый цвет, в принципе уже такой каноничный вариант для мерседесов. Дополнительно мы заклеим все элементы, которые у нас будут на кузове, чтобы они у нас не страдали. Все это будет оклеиваться в полиуретановую пленку. Давайте уже смотреть, как мы будем делать эту машину, как она смотрится без всех своих навесных элементов, так сказать, ее весь скелет, и погнали. Итак, работы идут по Мерседесу у нас полным ходом. Как видите, машина уже практически вся оклеена. Осталось доделать некоторые элементы, бампера, мелочевку, все. И, собственно, можно уже собирать машину. И по поводу всех мелочей, которые необходимо заклеить на этой машине. Как видите, у нас сейчас снятый диффузор карбоновый задний стоит на столе. Для того, чтобы оклеить его, нет, не в серый мат, а в прозрачный полиуретан. Потому что очень много глянцевых элементов на машине. Ну, опять же, диффузор, черные вставки на ручках дверей, оконные молды. Холдинги, панорама, все остальные вставки глянцевые, это все тоже будет заклеиваться, чтобы машина не только преобразилась, но и была защищена. Все-таки карбон повредить на самом деле на сегодняшний день очень дорого. Так вот, сейчас будем выполнять оклейку всех этих элементов. Можете обратить внимание, насколько сложная деталь, потому что у нас здесь есть внутренние углы, очень сложные места, плюс вот эти вот элероны, которые на самом диффузоре у нас идут, очень сильно все это выпирает. Но опять же, это не проблема, потому что это все полностью будет оклеено, пленка будет везде подвернута, и деталь будет полностью защищена на долгий срок. А мы двигаемся дальше, продолжаем работу над этим S-классом. Итак, настал день выдачи этого S63. Вот сейчас мы можем полностью насладиться тем, как он классно смотрится. Этот цвет на улице очень классно раскрывается, несмотря на то, что это вроде бы просто серый мат. Все грани, все эти линии у нас теперь подчеркнуты. Плюс на машину мы нанесли еще и керамическое покрытие. В два слоя оно здесь нанесено. И оно как раз-таки придает еще немножко больше нам сатинового эффекта, который еще больше подчеркивает те самые ребра, грани и так далее. И плюс керамика будет здесь выполнять роль защиты от различных химических воздействий на кузов. То есть при, допустим, неправильной мойке, если, не дай бог, конечно, с такой машиной это случится, летом у нас часто очень птичий помет бывает на кузове автомобиля, который въедается в лак, в ту же пленку и разъедает ее. Краски керамика у нас будет теперь от всего этого защищать. Помимо изменения внешнего вида этого автомобиля, мы сделали здесь еще и оклейку всех глянцевых элементов, про что я и говорил. Карбоновые вставки на переднем бампере, на заднем, крышки, зеркал, вставка карбоновая вдоль всего порога. И это еще не все на самом деле. Также мы здесь заклеили
фары, оконные молдинги, вроде бы, да, вот эти вот мелкие детали, которые сразу даже не видно на машине. Но, в общем, весь глянец, который у нас здесь есть, он тоже у нас теперь защищен. Такая машина на самом деле нуждается в такой доработке, потому что достаточно дорогой на сегодняшний день автомобиль, не хочется, чтобы он в будущем у нас пострадал. И на что еще хочется обратить внимание, то что мы заклеили все глянцевые элементы в салоне, потому что их там очень много. Это вставка на парпризе, вот это вот широкое, на дверных картах, центральные экраны на центральной консоли, которые у нас идут, экран приборной панели водителя, тоже все это заклеено. И что самое главное, что те поверхности, с которыми вы будете чаще всего взаимодействовать, то есть приборная панель и мультимедиа, они у нас заклеены в матовую пленку. Летом это на самом деле must have, потому что от глянцевых элементов у нас очень сильно отражается солнце, постоянные блики слепят водителя, и нужно постоянно вглядываться, что у нас там написано, какие у нас там показания. Так вот, матовая пленка у нас абсолютно никак не бликует и при этом также защищает все эти поверхности. В общем, летом будет самое то, что нужно. Ну, я думаю, вы оцените этот автомобиль. Это, наверное, первый 223 S63 в России, который у нас поменял свой внешний вид. И обязательно поставьте лайк этому видео. Мы на самом деле очень сильно старались. Напишите комментарий, как вам этот автомобиль. Не забывайте подписываться на наши соцсети, на наш YouTube канал, потому что здесь постоянно выходят новые ролики про автомобили, которые мы привозим. Самые интересные, самые разные. И автомобили, которые мы вот так вот дорабатываем. И что еще немаловажно, то что этот автомобиль был приобретен в нашем автосалоне ProTuning и сразу же загнан в наше тюнинг-ателье ProTuning. И это очень огромный плюс, потому что мы закрываем, в принципе, все задачи. У нас есть и сервисы по ремонту автомобиля, и автосалоны, тюнинг-ателье. В общем, все, что необходимо сделать с вашим автомобилем, закрывается компанией ProTuning. Мы делаем это в лучшем виде, так что обязательно обращайтесь. До скорых встреч и всем пока!